Здравствуйте, с вами Андрей Горгуленко, в эфире «Самарские новости спорта». Финал – это всегда особая по накалу игра, а когда встречаются принципиальные соперники, на льду будет непривычно жарко. Противостояние «Сатурна» и «Чайки» на турнире «Золотая шайба» давно уже переросло в простое соперничество. Настроение в команде, мы все боевое, все настроены хорошо играть, только большинство народа не волнуется, потому что матч очень серьезный. Финал «Золотой шайбы» в категории до 14 лет получился таким, каким его и ждали. Упорная борьба на каждом участке поля, несколько драк и много голов. Не было только интриги. Хоккеисты «Чайки» уже в первом периоде повели в счете и довели дело до уверенной победы. 8-1. Хороший матч. Противник оказал должное сопротивление, но мы оказались сильнее. Противник за счет стараний, усердия забил одну шайбу и... как бы это достойно уважения. А вот хоккеисты «Чайки» 2007 года рождения свой финал проиграли «Комете» 7-0-2. В категории до 12 лет «Сатурн» потерпел еще одно разгромное поражение. 1-7 от команды 74-й школы «Меридиан». Люди стараются брать время в закрытых катках, тренироваться, поэтому хоккей дворовый немножко стал расти. Сейчас они уже подрастают, и я думаю, что с каждым годом все будет хоккей «Золотой шайбы» расти. Победители каждой категории будут играть со своими сверстниками из Тольятти в финале областного турнира «Золотая шайба». Ну а лучшие областные команды поедут защищать честь региона на российских соревнованиях в Сочи. Это все новости спорта к этому часу. Больших побед вам! Удачи!